Ну что, всем привет, продолжение кипящего пассата, это уже у нас получится, надеюсь, последняя завершающая часть. Пришли вот сальники на головку клапанов, прокладка, теперь я взял не Виктор Зен, а Картека. Вот она такая вот прокладуха. Ну, честно сказать, мне как-то та больше по нраву. Там, мне кажется, поинтереснее. А это какая-то непонятная. Ну, в принципе, что непонятная? Понятная, но, мне кажется, фигня это, а не прокладка. Потому что здесь, вот, видите, вот на железке какие-то черные точечки. Она так, вроде бы, как потолще, чем та. Но только вот эти вот моменты, они меня смущают, поэтому та фирма прокладок мне нравится больше. Больше я Виктор Зен, ой, больше я Картека никогда брать не буду. Так, а вот он. Ну, она, кстати, была открытая уже. Но тут все есть, вот Картека. Может быть подделка. Я с вами не спорю, потому что сколько брал их, никогда ничего плохого от Картека не приходило. А это прям что-то как-то мне совсем не нравится, если честно. Вот. Если что, для кого ее каталожный номер. Такие вот дела. Ну а сейчас я закину клапана на место. Вот мы ее опрессовали, трещин нигде не было. Потом снова ее шлифанули голову. Она была поведена как раз в том месте, где мне не понравился болт, который я прикручивал голову в прошлый раз. Так было такое ощущение, как будто он то ли лопнет, то ли навернется резьба. Вот раз, два, два болта были. И как раз вот в этом месте была у нее яма на голове. Но я попробую еще вычистить канал и посмотреть по толщине, по длине болта. Может, он не дотягивает из-за того, что он уже длинный болт. Ну, попробую еще там вычистить, может, там что-нибудь залезло туда. Вот. Соберу, все поставлю, заведу и уже только тогда будем смотреть, что да как. Короче, поставил я голову. В прошлый раз мне два болта делали мозг. Это вот с той стороны получается первый и пятый болт. А сейчас я дотянул до 60 ньютон на метр. Только начинаешь крутить 90, начинают стрелять болты. Ну, как на сухую идут. Вот, пришлось поочередно каждый болт выкручивать, мазать их другим маслом, более густым. Я, например, начал мазать их трансмиссионкой. Первые 90 градусов прошли, в принципе, все болты нормально, но на вторых 90 градусах они все, ну практически все, хрустели. И видите, в этот раз еще не кипит, просто выдавливает. А? Не, она выдавливает, потому что нагревается, она же расширяется. Это надо крышку ставить, чтобы не выдавливала, но она по крайней мере не кипит. А? Должен. Вы на газу держите педаль? Зачем? Отпустите. Пускай на холостых работает. Нагрелся коллектор.
обгорает. Не, выключайте, она еще холодная. Он не продавливает ее. Это надо, видать, этот термостат ставить. Во, больше 80 уже пошла температура. Ну тут по-хорошему еще надо переключить газовый редуктор, он плохо подсоединен. Я не знаю, кто его так подсоединял здесь. Его, ну я понял, его врезали просто в обратку расширительного бачка, ну как, в слив расширительного бачка, а я их у себя подключаю через этот самый подогрев впускного коллектора. То есть, чтобы он ни печку, ничего не задействовал, а шел через подогрев коллектора. А зачем его так тут врезали, фиг его поймет. Он ее продавить не может, печку. Сейчас я пережму патрубок, посмотрим. Погазуйте! Ну как? Ну вот, уже больше 90, и видно, что машинка начинает кипеть. Ну потому что в двигателе уже сотня, поэтому вода и кипит. Чуть погазуйте, дядь Саш. Вентиляторы, вот, все, работают, вот они, включаются. Все работало. Горячий. Не газуйте. Горячий. Вода, надо антифриз заливать. В антифриза температура кипения выше. Печка может забить, так вот не горит. Не, он верхний патрубок холодный, а нижний тоже холодный. Он что-то циркуляция через печку не идет. Ему вот проще пройти через редуктор, потому что он ниже. Ну, а печку он не алю.